привет! С вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в мой любимый детский сад. Кстати, а ты любишь игры про маленьких малышей? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. Что это вы там делали? А ну-ка признавайтесь. Кажется, они делали что-то странное. Делишки свои, все понятно. Ну ладно, делишки поделали, теперь можете попрыгать, повеселиться. И, кстати, у нас хватает денег на яйцо. Боже, коровка? Это что, Леди Баг, что ли? Эй, 8 часов ждать? Да нет, ну почему так долго-то? Почему всегда так долго? Несправедливо. Ладно, то у нас здесь есть новая капсула с питомцем. Каким питомцем? Не с питомцем, а с девочкой или с мальчиком. Давай посмотрим, кто же там нам попадется. Я привыкла, что обычно у нас в играх капсулы с питомцами. Постоянно путаюсь. И кто же это? Не пойму, мальчик это или девочка. Сейчас посмотрим, что за лисичка вырастет и станет большой. Очень уж интересно посмотреть, какая она будет. А я пока покормлю всех своих девчат. И кто-то кексики опять свои оставил? Безобразие. О, это что за сердечко здесь? Это что за сердечечки? Эх, сердечки сердечками, а мусор и беспорядок никто не отменял. Ладно, уберусь за вас, все уберу, приберу, все сделаю. И малыша, конечно же, накормлю, чтобы он был сытый и довольный. Ты чего плачешь? Тоже поесть хочешь? Держи еду. А, вы ссорились из-за игрушек. Эх, эти малыши, такие малыши, они постоянно ссорятся и хотят играть в одно и то же, и не могут решить, кто из них будет первый, а кто не первый. Ну что ж, наш малыш готов вырасти, давай посмотрим скорее, какой же он будет сейчас. Отвлекающий маневр и посмотрим. О, это мальчик, смотри, какой он интересный, у него даже хвостик или девочка, подождите-ка. А может и девочка, хвостики-то как у девочки, наверное, все-таки девочка. Эх, хорошо, очень красивая и милая лисичка. Кстати, если тебе понравилась моя лисичка, то обязательно ставь ей лайк. Она будет рада и счастлива. А я пойду поиграю в какую-нибудь мини-игру. Ну в какую я могу мини-игру поиграть? Конечно, в попыт. Попытерка. Сейчас посмотрим, что здесь будет за цветочек. Слушай, он красивый и разноцветный. А сзади? А сзади зеленые лепесточки. В центре, я думаю, будет желтый. Точно, это ж цветочек, он должен быть яркий и красивый. Здесь еще один попыт есть, я предлагаю его тоже сделать. Домик, я вижу, что у него крыша одного цвета, а остальные предметы другого. А окошко еще какое-то, а окошко голубенькое, все понятно. Так, труба красная, а он вообще разноцветный. Вот это да. Кстати, а ты любишь попыт играть? Если любишь, обязательно ставь лайк моим попытикам. О, слушай, они расположили здесь все раз. О, безобразие. Сложили они там все это хорошо. А вот безобразие устроили, это нехорошо. Кстати, смотри, какая у меня детская комната для них есть. Здесь есть и качалки. Вы куда все пошли-то? А, вы пошли купаться? Ну, давайте, купайтесь, купайтесь, купайтесь. Можете делать все, что хотите. Не забывайте трусишки менять, чтобы было чисто и опрятненько. Пойдемте посмотрим, может быть, у нас еще что-нибудь новенькое появилось. Откуда-то ведь все идут. Они ведь что-то где-то смотрели. Что-то где-то делали. Сейчас, о, здесь что, подарочек? Подождите-ка, и что? Это качелька моей мечты. Подождите, мне надо второго игрока сюда. Боже мой, смотри, какая классная качель. Я такие качели просто обожаю, когда можно качаться вдвоем. И это весело и забавно. Если ты тоже любишь качаться на качелях, обязательно лайкосиком ставь. Потому что это прям хорошая обновочка. А откуда она вообще здесь взялась? Подозрительно, конечно. Я не видела, когда она здесь появилась. И это очень-очень подозрительно. Я не знаю, кто ее здесь поставил и расставил. Даже не догадываюсь, если честно. Ладно, пойдем посмотрим в другую сторону. Вдруг там тоже что-нибудь интересненькое. Или замечательное, или замурчательное. Кстати, они когда едят еду, походу садятся на пол прям кушать. И это... Ой, кто-то еще голодненький, простите, пожалуйста. А нет, все садятся, да. Так, что у нас здесь еще есть? Мусор есть, конечно же. Ну, куда ж без мусора-то? У нас здесь постоянно бывает мусорочный мусорочек. Потому что они малыши еще, они еще маленькие просто.
и поэтому раскидывают немножечко мусор. Давай посмотрим, кого мы здесь еще можем получить. Ага, остальных мы не можем купить. Получается, нам надо ждать 8 часов, это целая вечность. Ладно, пока ждем, попрыгаем немножечко по островам. Вернее, по облакам. Даже не по облакам, а по пузырям. Эх, запуталась. Ладно, запуталась-то это еще полбеды. А вот как здесь прыгать на самый верх, я не знаю. Когда надо допрыгать прямо до самого верха, я очень сильно переживаю, потому что верх это очень далеко и высоко. И за девочку страшно, разве вообще детям можно такое делать? Нельзя, конечно же. А она тут... хорошо, что игра, конечно, но страшно все равно за нее, что она свалится. Единственное, спасает здесь какие-то пузыри рождаются, когда они падают. И это бывает безопасненько. Но пока мы прыгаем наверх и зарабатываем монетки заодно. Интересно, что нам дадут еще за монетки сделать? Потому что мы же, получается, всех девочек и мальчиков, которые были за монеты, мы их всех купили уже. И что дальше делать с монетками, непонятно. Может быть, там одежка какая-нибудь появится. Было бы замечательно. Потому что я люблю наряжать всяких девочек, куколок и прочих всяких игрушечки, в общем-то, всякие разные. Ну что, прыгаем дальше. Фух, устала я даже. Напрягаюсь. А то здесь еще труселя отвлекающие летают. Опасненько, опасненько. Рыбка какая-то зависла. Откуда она здесь? Непонятно. Откуда она вообще здесь взялась? Кто ее сюда замылыш... Ой-ой-ой, кажется, не в ту сторону попрыгала. Так, надо здесь быть аккуратнее. А то как бы не оказалось, что с моей стороны нету островов, на которые можно прыгнуть. Ладно, прыгаем дальше, потому что я уже нервничаю. Сильно у меня уже сердце колотится. Ладошки мокрые. Я боюсь. Боюсь проиграть, потому что это, ну, неприятно же проигрывать. Давай лучше будем прыгать и еще раз прыгать. И еще немножечко, и еще чуточечек. И еще капелюшечку, и почти допрыгали. Но я надеюсь, что допрыгали уже, потому что я реально устала сосредоточенно смотреть на эти острова из мыльных пузырей. Они так и манят промахнуться и упасть. Потому что, ну, это ж мыльные пузыри, они же могут лопнуть. И, опаньки, мы допрыгали до самого верха. Это мы молодцы, это мы здорово придумали. И что же? О, это тигренок, про которого они разговаривали. Помнишь, в самом начале малыши разговаривали про какую-то игрушку? Они ведь разговаривали именно про этого тигра. Эй, да что ж ты убежал от меня? Так, пират, пошли я тебя на тигре прокачу. Пошлите вместе все. Божечки вы, макарошечки, дайте я вас покатаю. Посмотрите, какой у него светится. Это тигр-единорожка? Что? Это так мило! Ну что ж, ребят, на этом мы закончим сегодняшнее видео. В следующий раз мы обязательно откроем нового ребеночка, малышочечка, и посмотрим, кто же там попадется. А на сегодня все. Обязательно ставь лайк, не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И на колокольчик нажимай, чтобы уведомление пришло. Всем пока-пока!